Территориальная избирательная комиссия Ямальского района провела обучающий семинар для членов участковых избирательных комиссий села Ярсали. На семинаре рассмотрели правовые основы проведения выборов в марте 2018 года, в том числе изменения в избирательном законодательстве. Особое внимание на занятии уделили порядку подачи заявлений по месту нахождения избирателя и организации информационно-разъяснительной работы участковыми избирательными комиссиями. Подобная работа продолжится. Избирком планирует донести необходимые сведения о предстоящих выборах до всех избирателей Ямальского района. 25 января по плану мы начинаем посещение трудовых коллективов всех организаций в районе для разъяснения существующего порядка. Обязательно будут проводиться обучение наблюдателей, средств массовой информации, сотрудников правоохранительных органов, то есть всех, кто так или иначе задействован в избирательной кампании. Торжественным моментом встречи стало награждение участников избирательного процесса грамотами от избирательной комиссии региона за активное участие в подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления в Ямальском районе в единый день голосования 10 сентября этого года.